Всем привет, мои хорошие! Мы со Шкемом идем к заловке. Сегодня приехали в гости папа с мамой, и она нас пригласила на лохманчу. Так что, мои хорошие, мы их не видели с лета, я очень соскучилась по моей анемчику, я ее так называю. И если удастся, я что-нибудь интересное сниму вам. У нас солнышко, так тепло, друзья мои. Мы со Шкемом идем вот так. Смотрите, какая красота. Я взяла для них пельмени, потому что, ну, один вечер поела достаточно. Может, папа с мамой покушают. Что, Шкем несет пакет, мы так идем, мои хорошие. Поймали мышку, и посмотрите, как играются они. Другая смотрит. Посмотрите. Вторая хотела зайти, забрать, и она злится. Какие галюти ляпули! Не кушает, а играет. Идем мы. Идем. Гости идем. Merhaba. Merhaba aşkım, bugün çok bakik geldi. Erkek. Gözlerim yaşardı. Ayama, annemcik. Annemcik içeride. Annemcik. Sizin mi lahmacun yaptırdınız geldi? Kim? Münevver abla var ya. Annemcik burada. Yenge şey, kendilerine mantıslar ya. Aşkım, gel gelisin. Смотрите, как они целуются. Сейчас я, анемчик. У меня анемчик видел. Анна, где были вы? Песи не дай упечем. Сам берешь, Сизе хэп дюня севди. Дюня, юльке да хэп севди. Seni, beni, ben resimleri çekiyorum. Aşk, sen biliyorsun annemciğim, ben yeni para kazanıyorum. İnşallah. Video çekti. Vallahi dedi. Allah, inşallah daha çok üzülür. А это мой баба Джим. Встреча состоялась. Он сделал операцию на глаза и сейчас уколы делает. Посмотрите, какие лохманчу принесли. Тут женщины турецкие не морочатся дома. Они все заказывают в Ирине. Канама. Объясняет, что у него проблемы были с глазами, операцию сделали. Так, моя хорошая, вышла на балкон посплетничать с вами. Что мы сделали? Вы видели, какая у меня свекровь. Действительно, она очень хороший человек. Говорит, чуть-чуть я прибавилась, но она так любит меня. Я ее тоже люблю. Без честно вам говорю, друзья мои, она такая хорошая. Я ее, знаете, почему люблю свою свекру? Потому что я люблю своего мужа. Она мне подарила такого мужа понятливого, который всегда рядом со мной. Как бы мне ни было хорошо, нам обоим и плохо, мы понимаем друг друга. Мы прожили с ним и очень хорошие времена, и очень сложные времена за полтора года, пока он не работал, вообще не получал зарплату. Но мы стали стойкими, и наша любовь от этого и уважение друг к другу увеличилось. Мы поняли, что мы созданы друг для друга. Ну вот, истинная правда я вам сказала. И почему я должна не любить своего родителей моего мужа, которые воспитали такого мужчину, которого подарили мне его? Вот скажите, пожалуйста. Поэтому я
очень, когда что-то мне не нравится, допустим. Ну, я не знаю, но она такой человек, что она не делает то, что мне не нравилось. Вот она такой, как мой муж, точно характер. И вот поэтому я так люблю, уважаю. Отец немножко, свекор немножко, конечно, серьезный человек, но он учитель, но вот сколько времени мы не виделись, с августа, наверное. Ну, его так обняла, просто не засняла, неудобно было. Он немножко стесняется, он учитель бывший. И знаете, что хотела сказать вам? Я его как схватила, расцеловала, он растаял сразу, то сначала такой серьезный, а потом, блин, после моих чмоки-чмоки, мягкий-мягкий. Ну вот мы сели, все покушали, к нам еще пришла соседка здесь, мы здесь покушали лохманджу, я, конечно, за всеми поухаживала. Айран, лохманджу уже не стала снимать, потому что неудобно было, не такая ситуация. И, в общем, мои хорошие, помогла заловке все сложить в посудомоечную машину, убрать со стола, как порядочная невестка, и вышла на балкон. Сейчас мы готовим чай, будем пить чай. Так что, может быть, я сниму мою красавицу свекровушку. Действительно, она хороший человек, я не лицемер, я все, что думаю, говорю вам, показываю свою естественную жизнь. Без каких-либо приукрасок, потому что если у меня нет, допустим, посудомоечной машины, я им говорю вам, что я моюсь. Если у меня старая фурын, печка, то есть духовка, я показываю вам. Иногда мой муж говорит, стесняется не показывать. Почему? То, что есть, я вам показываю. Вот да, мой муж купил набор новых сковородок, я вам в следующий раз покажу. Были старые, я их почистила и показала все вам. То есть то, что у меня происходит в жизни, я не накручиваю, а показываю свою жизнь естественную. Вот как только у меня будет еще лучше, вы увидите еще лучше. Так что, мои хорошие, ну, не прощаюсь, а будет еще самое интересное, по-моему, впереди. Моя принцесса как лежит? Покушали все, сидим. Gösteri. Evet tabii ki. Смотрите, принцесса, benim prensesim. Benim aşkım, annemcik benim. Canım benim, annem. Çok seviyorum onu. Ben dedim işte şimdi. Как можно ее не любить? Как ее можно не любить? Как ее можно не любить такую сладкую? Клеопатра, да, пьедила. Сегодня в программе было я, мое развитие на Ютубе, делился, потому что я уже начала зарабатывать денежки, родители такие счастливые, вот как для них это главное, и вот решили посмотреть мои видео, они сами еще никогда не были на этом фестивале. Мой канал и мои видео на Ютубе. И вы тоже, друзья мои, смотрите мое видео на Ютубе. Мои хорошие, сколько раз я снимала вам квартиру в моей заловке, только кухню, кухня вместе с салоном американского типа проектировки. И я сегодня решила воспользоваться случаем и, естественно, спросила у заловки, а можно ли снять твой дом. Она не возразила, и поэтому, мои хорошие, я покажу, какая квартира у моей заловки находится в Мезетли, районе, в очень хорошем месте. Смотрите. Так, вот такой у нее салон. Это новый дом. Новый дом, мои хорошие, я вам покажу все подробно. Очень красивая у нее квартира, мне нравится, метлах уже здесь, не метлах, а паркет такой, господи, как же он называется, метлах. В общем,
Покажу сейчас и с этой стороны, как выглядит. Такие потолки у них оформленные. С этой комнаты, что мне нравится, я вам сейчас покажу. Значит, идет дверь на балкон. Здесь решетки у нее, все, посмотрите. С той стороны решетки. Так, здесь что у нее? Такой балкон, ну знаете, что он не балкон. Очень маленький балкон, посмотрите. Вот, вы видите? Я не поняла, для чего это, но вот решетки, решетки и вот такой вот большой балкон. Так, дальше. Вот такая у нее прихожая. Такая у нее прихожая, посмотрите. Здесь вот очень большие прихожие, посмотрите. Вот такая квартира. Вот такая дверь. Там идет маленький туалет, и я сейчас вам покажу двойная дверь. Видите, какая охрана. Это не сито у нее, а апартамент. Смотрите, вот такая идет двойная дверь, охрана. Апартамент, то есть здесь нету хозяевов, ой, нету здесь охраны. А вот как люди заходят, наверное, по ходу домой попадают. Вот такой туалет у нее один здесь. Вот такой туалет у нее один. Так, сейчас покажу вам дальше. Ну, это салон, где, вы знаете, с кухней вместе. Так, вот. Сейчас покажу вам ванную комнату. Ванную комнату. Ну, конечно, мне кажется, она поменьше, чем у нас, а может быть и такая же. Нет, поменьше. Вот у нее стиральная машинка здесь, мы тоже потом хотим. Так, вот такой уголочек тут со всеми причиндалами здесь. И у нее душ-кабина. Душ-кабина и пользуется вот этим, как у нас. И вот такой вот туалет. Посмотрите, мои хорошие. Так, следующая комната. У нее спальня. А, Энис, селям. Бирас ресимчики мы. Лурмач. Ой, йокышик. Фишик йок мы. Так, вот это, значит, комната ребенка. Узлембана тамам деды. Комната ребенка, посмотрите. Так, небольшая такая, маленькая, но вот у нее такой вот, такие потолки. В общем, все красиво, не так ли? Все со вкусом, мои хорошие. Только шмоток у нее надо закрыть. Все, вот такой большой шкаф. Смотрите, вот большой шкаф. Слушайте, немножко похолодало, я же в летней кофточке. Так, мои хорошие.